Является исполнительно-распределительный орган, администрация. Из устава исключается статья об администрации города, статья о компетенции администрации города, статья о руководителе администрации города, о компетенции руководителя администрации, о правовых актах руководителя администрации города. Из компетенции Совета депутатов исключается положение об утверждении структуры администрации, об установлении порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации, назначение членов конкурсной комиссии и утверждение условий контракта для руководителя администрации города Пушкина и другие положения. Из устава исключается положение о возможности направления Советом депутатов и депутатами Совета депутатов в администрацию и ее структурные подразделения запросов по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц. Из полномочий главы города Пушкина исключаются следующие вещи. О заключении контракта с лицом, назначенным на должность руководителя администрации города Пушкина, о согласовании внесения руководителя администрации города Пушкина на рассмотрение Совета депутатов проектов решения Совета депутатов города Пушкина, проектов постановления руководителя администрации города Пушкина. Включается в состав положение о том, что уполномоченный орган местного самоуправления ведет реестр расходных обязательств городского поселения Пушкина, осуществляет разработку проекта местного бюджета городского поселения Пушкина и вносит проект нормативно-правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов города Пушкина. Все юридические и экономические последствия, а также основные тезисы проекта пояснит сегодня депутат, председатель комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкина, член комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Некрасова Елена Юрьевна. Елена Юрьевна.